уважаемые инаульцы! Сегодня 1 сентября, День знаний. Сегодня прозвенит первый звонок во всех школах города и района, извещая о начале учебного года. Нарядные, радостные поспешат мальчики и девчонки в родные школы. Сегодня радость для инаульцев двойная. В самом центре города открывает свои двери новая средняя школа номер 4. Мы желаем всем учителям школ города и района доброго здоровья и творческих успехов. А вам, ребята, хорошего настроения и учиться только на 4 и 5. Уважаемые телезрители, недавно в деревне Тавово прошел семинар учителей начальных классов. Вашему вниманию предлагаем видеосюжеты семинара. Шушы мотор жинак башлангыш мектебинде башлангыш класс окутучуларының район семинары булачак. Айтуымча мектеп бик мотор, ишик оларында шишекләр үсә. Алар бик тырышып әзерләнгәннәр. Менә төннәр буе яңгыр яумавын теләдек дисәләр дә, иртәнгә таба менә яңгыр башланып китте. Алар бик менә каенырып торалар шуның өчен. Рәмилә Талғатовна белән мәктәп яны тәҗрибә участогына узыйк. Мәктәп яны тәҗрибә участокларына инде кермәбез исә, менә бу тавылның тәҗрибә участогына без кермичә булдыра алмадык инде. Күрегезчә, ул шундый матур, монда күп кенә җиләк җимешләр үстерелә, яшелчәләр үстерелә. Менә шуның җитәкчесе Лилия Галямовна Ярулинага сүз бирик әле. Безнең тау башлангыч мәктәбе, ул барлыгы 20 сотык җирне биләп тора. Без монда 2 укытучы эшлибез, Гараева Рәмилә һәм үзем. Барлыгы 16 бала катнаша. Бу бакчада без яшелчә, җимеш һәм яшелчәләр үстерәбез. Күп кенә урынны агачлык алып тора. Җимеш бакчасы. Быел без колхозыбыз белән сөйләштек, һәм монда инде кәбестә, шүгендер, кишер, һәм бәрәңге суган үстерергә булдык. Бу уңышларны без җыеп, көз көнендә колхозга тапшырабыз, һәм бер өлешен үз мәктәбезгә калдырабыз. Кала, ә инде кыш көнендә безнең балалар яшелчәдә һәр вакыт яшелчә белән тәэмин ителә. Столовыйга бирәсезме? Без буларны столовыйда, колхозга столовыйга бирәбез, ә мәктәптә инде үзебезгә балаларга ашатабыз аларны, әйе. Рәмилә Талғатовна, менә мәктәптә башлана бит инде яңа уку елы. Нинди әзерлек эшләре башкардыгыз? Без мәктәбебезне яңа уку елына әзерләү өчен кыштан ук башладык. Иң башта мәктәбебезне обшивать итеп чыктык. Аннан соң мәктәп алдына яңа веранда эшләттек. Бөтен матур булган ул. Верандаларны буяп, киртәләрне буяп, һәм эштә инде бөтен косметик эшләрне алып бардык. Инде балаларны... Балаларны бүгеннән мәктәпкә каршы алырга әзерләтәбез. Улыгаю, ширимәлдә, күңелне бири сагын. Дәй бір аптлы күннәр үтә, күннәрем күзге ауыр. Уйландыра, сағындыра, сабыйлар күлгән тавыш. Хөрмәтле укытучылар, минем коллегаларым, якын дусларым, рөхсәт итегез, яңа уку елы белән сезне тәбрик итәргә. Сезгә иҗади эшегездә зур уңышлар, гаилә бәхете, һәм яңа уку елын бүгенге көлгән кебек итеп, азагына чаклы тазалык белән бергә бетерергә язсын. Сезгә бары тик яхшы укучылар, матур кызлар һәм малайлар телим. Безнең районыбызда башлангыч мәктәп укытучылары белән шулай һәр вакыт җыелып, матур булып бергә сөйләшү традиция кергән. Кыш айларында да без һәр вакыт
Янаул районының бала йортында ұшырашып, жырларға бейірге йөнәбіз, бір-біріміз білен ұртақлашабыз, халләрін сұрашабыз. Шылай етіп, бүгінде біз ұжы август сессиясын мінәші Тау ауылында өткәрін ауылдық. Тау ауылы бек мату жерде тау башында отырған екен. Әмәктәбін көргәш бүтін өсіқналғыш. Мәктәпләрі бек мату, ұқытушылары аңнан да матурақ. Алар бізіне мату деп қаршы алдылар. Ишік олы артылы шешке, шушы шешкелер күні көмірлеріңіз мату үстін. Ләкен шешкелер дешкіне, сіз бір вақытта шеймәріз, шушы күліңіз сіздің езігізді әр вақыт балқысын. Бүгінгі сессия бізің шушы мату мәктепті өте. Шушы сессия үшлерінің планын таныштыру үшін, мен шушы мәктепнің директоры Рәмілә Талғатынаға сөзді берем. Құрметті қонақлар, коллегалар, біздің кішкене шушы ауыл мәктебін зұрлап, ихтирам етіп бізге қонаққа келуізге, біз бек шатпыз, сізге шексіз рахматымызды білдіреміз. Бүгінгі біз ұшырашу тантанасын достық һәм жол береме деп белгілеп өтерге болдық. Чөнки бүтін шатлықтарыны да, ауырлықтарыны да, хәл етілмеген мәселелерді де бары тек достар белән генә аңлашырға, уртаклашырға җиңеп чыгарга мөмкин. Бүген монда бездә кунакта бүтін гомерләрен балалар укытуга багышлаган өлкән буын укытучылар һәм үз эшләрен мавыгып, яратып эшләгән яшь коллегалар җыелган. Сезнең бәхет җиңел бәхет түгел дигән шигырь юлларын сезгә багышлыйм укытучылар. Ак кагаздан каләм үзе тиз җыела. Араны да тушларны да жүйіп бұла. Тошқа язылған сөз иллар бола. Тек көңілге язылғанлар мәңгі қола. Сізнің бұрыш көңілдерге сөздер язу, язар үшін алтын сөздер іздеп табу. Рахим бітей ұзықша, сөзіне сізге береміз. Қарап тұрмай, арай раққа, дұслар келе бізге қонаққа, дұслық бізнің тұрмаш ұзағы, дұслық бізнің бейден бізәге. Берен сіз бит көңілсіз, бит көңілсіздір сізге де, беренлер керек бізге де, керек әмі бізге де. Құтушы абайлар, апалар, дұслар, біз нинди яғымлы барығызында бүгін жүзіне зәй шағы, бия шағылды, нұрлы мәктеп, яқты класслар сағынды. Қыңғыраулар шаңын сағынып, біз тағы да сізге ашқындық. Білер илі үзәр сірлі ілтияды, біз қазір ұл болар. Кем ұқытта ұңған негәлі, біздің орада тік шоу болар. Қиынықлар бұлмай бөтмей, қаршылықлар бұлса жіңдер, әр қасы өз сірлі білесін, ашырға деп үшке жігілер. Музыкаль сәләмә безне тапшырабыз. Ярлы, сылу, ярлы.
И Худай, и сәннәк. Я говорю,
на таулык утыслары турында сөз барга шинде айтырга керек зур жоғылық тойып ішлейлер, бір-бірсіне ердемләшіп ішлейлер. Хәм айтырга керек инде, алар юғарыдан указаниялар көтіп етмейлар, үзләрі яңалыққа юл ярып баралар, хәр вақыт шулай болды. Хәр вақыт, қойсы вақытта ғына келсең де, дәрсләріне кірігі әмі, контроль білен келгенде әмі, аларның енді мұндай показуға ғана құрылмаған шын көңілден беріліп іштеулерін көресің. Отырулар бірге яңа, вәпші, жұбой іш білен танышу дәвам етсін. Мұндай мәне бік әбет етіп іштіғанлар, наша етіп орнына көріп кету, аралашу, бік әбет нәтижелер бердік өлімінді мен. Үшінші елінің ұқытырға келген едім. Идрисов апа белән бу мәктәптә. Хәзер бу мәктәпкә дигәч хәбәр. Бик тә сөендем, шатландым килергә. Һәм бу мәктәпкә чын йөрәгем белән ватылып килдем. Килеп керү белән мәктәпнең бар яклары да миңа охшады. Бигрәк тә яшел чирәмнәре, матур чәчәкләре, кешеләрнең мөлаем булулары булуга бик тә хайран калдым. Һәм аларның эшләре белән бик канагат булдым. Һәм алар бик тә матур итеп безне каршы алдылар. Аларның эшләре, иҗади эшләре белән танышкач, һәм аларның ягымлы, якты йөзләрен күргәч, бигрәк тә сезнең белән берлектә аларны күргәч шатландым. Мәсәгут 8 жыллык мәктәбенә тифына зур рәхмәт белдерәм һәм мондагы укыткан укытучыларга зур рәхмәт белдерәм. Аларның иҗади эшләрендә уңышлар телим һәм аларга семья бәхете телим. Киләчәктә уңышларга ирешсен. Без тагы да сезнең белән бөтенебездә яңадан яңа иптәшләр белән яңа мәктәпләрдә очрашырга язсын. 27 августа в городе Янаул состоялась школа передового опыта по теме внедрения новой техники и технологии повышения нефтеотдачи в нефтегазодобывающем управлении Краснохолмскнефть. В Дом техники и нефтехников приехали... ...инженер Сиразитинов. Также выступили ученые с башни нефть Зюба, Тимашев, Гарифуллин и начальник отдела производственного объединения «Башнефть» Гайнуллин. После перерыва участники школы выехали на шестой промысел на участок термозолотения. По теме внедрения новой техники и технологии повышения нефтеотдачи в МГД «Краснохолмскнефть» приехали в шестой промысел на участок термозолотения. Эта установка термозаводнения, значит, была разработана научно-исследовательским институтом НПО ЦКТИ город Ленинград. Значит, сама установка. А в комплексе, значит, мы специально ось поставили. Да, да. Да, что можно? Давайте мы подойдем тогда сюда. Научно-исследовательским институтом НПО ЦКТИ имени Ползунова. Значит, сам по себе, значит, это опытная установка, значит, котел Е40/7. Значит, производительность этого котла 40 тонн в час. Давление в котле, в парогенераторе, 7 атмосфер. Значит, этот парогенератор был разработан, я еще раз хочу повторить, НПО СКТИ, и изготовлен, значит, таким образом. Блок подготовки, значит, воды, это, значит, состоит из осветительных фильтров, и, значит, блок ионитов фильтров, это 150 градусов. Давление 150, температура 150 градусов Цельсия.
трем потокам. Вкратце пройдусь. На узел приема, с них, с узла приема поступает на УБС, с УБС газ факел, жидкость переходит в первую ступень сепарации. Первую ступень сепарации. Происходит разделение на фазы, вода, нефть. Вода переходит с первой ступени вот в эти, во второй и третий резервуар. Это у нас водяные резервуары, вот эти вот, второй, третий. А нефть дальше переходит во вторую ступень сепарации. Опять же, разделение на вода, нефть. И то же самое, вода обратно уже уходит в эти резервуары. Нефть же после второй ступени сепарации через УСТН, вот этот УСТН, переходит вон тот дальний четвертый резервуар. Происходит дальнейшее разделение нефть-вода. Вода переходит с четвертого резервуара вот эти же обратно в эти резервуары, а нефть через 10-метровые и 7-метровые стояки. Значит, этот, как происходит тушение пожара, ну, имитируется вроде пожар и показывает, как происходит автоматически его тушение пеной. Отвод тоже покрыт антикоррозийным составом. Ну и коллектор готов у нас. Это выступает ведущий инженер цеха антикоррозийной защиты Ильдар Ильганович Имамов. Прихватываем его. Вот этот, просто на прихватке. Полиэтиленовую трубу сам непосредственно она одевается там, да? Она уже оттуда вышла, она уже здесь торчит. Ага, так, потом вот это на стороне. Мы это все делаем на стороне, конечно, чтобы не расплавить полиэтилен. Привариваем вот так вот. Обвариваем это кольцо. Это кольцо у нас по наружному диаметру трубы 114. Так. На стороне его обварили. Засунули в полиэтилен, да. Вот так вот, защемили полиэтилен, мы его забиваем, сильно забиваем, кувалдой, в смысле, и просто не свободно заходит, и кольцо обварили, так у нас получается. И потом при опрессовке же, конец глушим, оставляем штук цел. Главным инженером производства объединения башни Светлановым Ампершей Бакричем, начальником отдела баш нефть Владиславом Ильичем Дзюбой, главным инженером НГДУ Чекмагуш нефть Давлетшиным Зигинер Шакировичем и также главным инженером НГДУ Орлан нефть Хадмулиным Ансат Мулыевичем и нашим главным инженером Фанис Кашаповичем Сивазикиновым. Сафанов, главный инженер НГДУ Южорлан нефть. Первый вопрос я вам задаю, Анатолий Шайбакович. Как вы оцениваете результаты состоявшейся вот сегодня школы? Во-первых, это школа по научно-техническому прогрессу проходит. Эта школа у нас традиционным стала в объединении башни. Каждый НГДУ имеет определенные такие наработки, передовые достижения в области научно-технического прогресса. Значит, сегодня вот проходит наша школа в НГДУ «Краснохолмнефть». А до этого проводили у нас последний год, тот, месяц тому назад в НГДУ «Уфанефть». Мы в НГДУ «Краснохолмнефть» имеем серьезные достижения в области от, разработки нефтяных месторождений, направленных на повышение передачи пластов, в области значит, по сбросу воды на нефтяных месторождениях. Вот решены очень грамотно технологические вопросы, связанные с сепарацией нефти, значит, газа и подготовки нефти и воды непосредственно. Да? Мы вот со своими коллегами, которые мы сегодня просмотрели объекты на промыслах,
оставляет очень хорошее впечатление. Коллектив МГДУ, его инженерная служба ведет очень такую серьезную работу в области научно-технического прогресса, обеспечивает надежность, очень грамотную эксплуатацию, внедряет передовые методы в технологии, в технологических процессах нефтедобычи нефти. И, ну и нужно отметить о кадрах, которые действительно такую хорошую работу создают, их знание дела и очень такой преданно работу ведут и оставляют очень хорошее впечатление. Есть чему поучиться, перенять друг другу. Это и ирландцам, и южноирландцам, чекмагушцам. Может, они Красным скажут, Холмутак. Что вот они для себя тоже. Есть чему поучиться. Такие хорошие технологические процессы показали, хорошие объекты, очень культуры, высокая культура производства обеспечена, особенно вот на шестом промысле. Смотрели мы объекты, достойные для перенятия другим нашим нефтегазодобывающим управлением. Спасибо большое. А как вам наш край? Понравилось? Ну, Новольский край очень красивый. Он людьми красив, самой природой красив, и дела хорошие делают. А ваши пожелания какие будут? Я уже задаю вопрос ведущим специалистам других управлений. Зеня Шакирович, пап, слово. Я порядка 10-й год пошел работать на этой должности. И в МГДУ Краснополнефть на промысле у Хасанова бывал, но именно как школа, чтобы в организованном порядке посмотреть объекты, я впервые. Мне сама организация школы очень понравилась, и те мероприятия, которые нам показали, объекты, понравилось. В каждом коллективе есть очень хорошие начинания, хорошие дела. Я считаю, что урок хороший, и то, что я увидел своими глазами, а лучше увидеть своими глазами, наверняка, очень много значит, поскольку горячие заводнения для нас, это литературу читали, слышали, а своими глазами увидел впервые. Поэтому я считаю, что, хотя это у нас и не применяется, но то, что делается для своего кругозора, для своих товарищей, это все передам. Новые технологии. Да, новые технологии. Ну, в нужных местах расскажем, пока, ну, их достижения, как говорится, для того, чтобы информация и в других местах получили, и хорошие стороны, конечно, мы обязательно внедрим то, что у себя. Вот мне очень своими глазами трубу, как непосредственно на объекте, на поле, я восстановление старого труб, я тоже впервые вижу. На заводских условиях видели, в мастерских видели, а то, что на поле делается, впервые вижу. Правда, мы в этом году еще такими вещами нам не удастся, но уже надо думать об этом. Я выражаю большое спасибо руководству как НГДУ, и так и Евгений Башнефть, что организовать такую школу. Спасибо вам. Пане Скажатович, теперь уж вам слово. Ну, я, во-первых, очень благодарен нашим коллегам, Андрею Шабаковичу, ученым. Это название нашей школы – увеличение нефтедачи пластов новыми методами. Это говорит о том, что без привлечения дополнительных мощностей мы можем добывать больше нефти. Это бурить не нужно, скважин дополнительно. Не надо вводить дополнительных мощностей, а увеличить при этом добычу есть возможность. Нам указали вот эти пути ученые и другие наши коллеги. И конкретно мы посмотрели сброс воды. Это без, тоже без привлечения дополнительных мощностей, без строительства новых резервуаров. Конкретно на УПС-6 мы посмотрели, что есть возможность сброса воды. Это очень важно экологическому отношению. Вот действительно, одну же эту агрессивную воду перекачивать несколько раз, нам уже нет надобности при этом. Ну вот последние. Только здесь протяженности 700 метров прокладывается уже бывшее употребление труба, которую она проработала свои 11 лет. И без, вот попробуйте, вот прокопать сейчас вот это же пшеничное поле. Если нам заменить надо было бы копать вот это поле. А мы, используя вот эту футировку этой трубы, увеличиваем два раза протяженность работы, чем даже прокладка новой трубы. Это очень экономически выгодно. Это не только наша проработка. Мы в этом, в этой школе
передового опыта учимся у других. Мы не думаем, что мы лучше других. Это просто общение с коллегами. И в дальнейшем хотелось бы, Амбер Шавакович, просил бы от имени коллег, чтобы продолжалась такая же работа полезная. Спасибо. Спасибо всем. А мы со своей стороны от всей души поздравляем вас с наступающим праздником нефтяника. Желаем вам здоровья и всего самого доброго. Спасибо. Спасибо. В августе состоялась очередная сессия Шудевского сельского совета, куда были приглашены руководители подведомственных учреждений, специалисты колхоза. Сессия утвердила постановление главы администрации Шудевского сельского совета о назначении Садыкова Галихана Дмитриевича, ранее работавшего преподавателем физкультуры Шудевской средней школы, заместителем главы администрации данного сельского совета. Также сессия рассмотрела готовность учреждения к зимним условиям работы. На сессии выступили директор средней школы Зайнуллин, заведующая Каниевской начальной школой Ямкаева, заведующая Можгинской начальной школой Шараева, директор сельского дома культуры Нигиев, заведующая медпунктом Шайдуллина, преподаватель Хазбиева, депутаты сельского совета Хасватов, Щелгубаев и руководителей учреждений. На сессии приняла участие зав. Отделом Президиума городского совета Ясавиева. Сессия приняла по рассмотренным вопросам соответствующее решение. А теперь о спорте. 22 августа в районном центре Ильичевского района в селе Верхняя Аркеево состоялся футбольный матч между командами третьей группы «Илеш» и нашей командой «Нефтяник». Наша команда имела территориальное преимущество, владела инициативой, но досадный гол решил судьбу матча. Со счетом 2-1 победила команда «Илеш». А в матче, который состоялся у нас и на улице этой же командой, счет был 3-2 в нашу пользу. Наш оператор также побывала на этом футбольном матче, и вашему вниманию мы представляем несколько фрагментов. Стой! Пора! Бей! августа в городе Янаул состоялся футбольный матч с командой «Восток» из села Кушнаренково. Со счетом 2-1 наша команда победила. Красивые голы забил Радик Хафизов. Остался последний тур чемпионата. Наша команда идет на третьем месте, уступая только в разнице по забитым и пропущенным мячам команде Кушнаренковского района. На первом месте с разрывом на 2 очка идет команда с Николой Березовки «Кама-Восток». На этом наша передача окончена. Мы желаем вам доброго здоровья и хорошего рабочего дня.